Привет, ребят. Ну что ж, продолжаю снимать обзоры на модели фирмы Звезда. Пока на модели этой фирмы. Вот. Покуда скопилось, конечно, у меня некое количество. Вот. На этот раз у нас такая замечательная модель тяжелого грузовика Второй мировой войны немецкого. Это Mercedes L4500A. Как мы видим, внутри у нас уже есть пара фигурок. Ну и коробочка у нас открывается в этот раз легко. В отличие от предыдущих ужасных коробок, новых звезды. Итак, содержимое набора. Уберу в сторону коробочку. Как видите, пакеты у меня еще не распакованы. Пара пакетиков внутри лежит. Таких полиэтиленовых. Как обычно, запаянных. Ох, быстренько вскрылся на этот раз. Это очень хорошо. Итак, первый литник, который я держу в руках, содержит в себе вот такие детали. Довольно большой литник. Детали колес с неплохой деталировкой. Да, колеса у нас вот таким образом выглядят. Собираются из трех частей. Надо полагать. Детали фигур у нас здесь есть. Вот такой с обнаженным торсом водитель. Неплохо, кстати, выполнена фигурка. И деталь водителя. Тоже неплохо выполнена довольно-таки данная фигура. Сейчас мы посмотрим на рожицу. Нормальная рожа, в принципе. Вполне хорошие фигуры. Да. Детали кабины также располагаются на этом литничке. Литье очень качественное, очень хорошее. Очень хорошо читается знак Mercedes на решеточке. Ну, модель неплохая. Сразу видно. Дальше у нас второй по величине литник. Имеет на себе детали кузова. Вот такие детали. Очень хорошо проработана фактура дерева здесь. В принципе, даже, я думаю, ничего процарапывать не нужно. Ну, может быть, чуть-чуть повреждения какие-то нанести. Все-таки дерево немножко портится, стирается в процессе эксплуатации. А так, все очень классно, очень хорошо. Проработаны мелкие детали, крепления всякие мелкие. Очень классно сделан данный грузовик. Дальше у нас литник с детальками двигателя. Двигатель, я не думаю, что здесь очень подробно сделан. Сборка, конечно, покажет. Ну, думаю, что упрощенно, конечно же. В основном, вот у меня впечатление, конечно, очень приятно от данного набора. Очень тонкие детали. И ходовой, и фары классно проработаны. Такие аккуратные отверстия в них. Все очень грамотно, очень качественно сделано. Ну и есть у нас литник, опять же, с колесами. Детали рамы. Грузовик довольно длинный, как мы видим. Да? Какой-то маховичок даже есть, шестерня. Это деталь двигателя, по всей видимости. Я не вижу никакого вообще негативного такого, да, в этой модели. Очень приятное впечатление. Тем более, что данный грузовик в сборе я уже видел во многих работах. Это детали ходовой, рессоры здесь. Также, в принципе, все видно. Все засорчики эти между пластинами. Все очень хорошо отлито. Ну и у нас здесь расположены вот эти вот дуги, на которые крепится тент в кузов. Кстати,
Как утверждают некоторые моделисты, дуги эти даны очень длинные. Их нужно в половину срезать. И ни в коем случае не делать их вот такими высокими, как даются в наборе. Иначе выглядит несколько несуразно данная модель. В остальном у нас, конечно, модель можно сделать без особых каких-то доработок. Дальше у нас инструкция. В наборе находится. Опять это буклет. Довольно подробная инструкция. Кстати, 21 шаг по сборке. Пара вариантов для нанесения декалей, которые у нас находятся вот в этом пакетике. Такие декалечки. Очень свеженькие, беленькие. И прозрачные детали у нас на таком круглом литнике. Тоже интересно, первый раз вижу такое, особенно у звезды. Вот, чтобы детали располагались на таком круглом литнике. Опять же, похожий на значок Мерседеса. Вот. Очень приятные прозрачные детали. Ну вот, собственно, друзья, все, что можно найти в данном наборе грузовиком Mercedes L4500 от звезды. Очень приятная модель, всячески рекомендую. Стоит она в районе 850-900 рублей сейчас. В принципе, кто ее не собирал, отзывы исключительно положительные, как по деталировке, как по стыкуемости деталей. В принципе, это очень хорошая модель от звезды. На этом я, пожалуй, закончу расхваливать данную коробку, данный набор. Вам всего хорошего. До нового видео. До свидания.